Друзья, привет-привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сегодня мы снова в Анапе. Сегодня 3 августа. Мы не на центральном пляже, немножко отошли в сторону. Сегодня вода наичистейшая просто. Чтобы в августе и была такая кристальная вода, ни одной тины, водоросли, вот даже на глубине все видно. Очень жарко сегодня, градусов, наверное, 37 точно, а то, наверное, и больше даже в тени. А на солнце так вообще страшно даже подумать, сколько. Ну, смотрите, дети купаются. Такие забавные вообще, за руки заходят, плюхаются, потом выходят. В следующем году тоже постараюсь своей Ярославе путевку взять обязательно в один из лагерей. Знаю, у меня знакомая отправляла дочку с Краснодара в Анапу. Очень им понравилось. Так, сейчас мы узнаем, сколько у нас температура воды. Сейчас Ярослава наша принесет. Но вода теплая. Был буквально недавно шторм, пару или тройку дней назад. И всю вот эту тину, всю вот эту гадость вымело просто с моря. Шикарная. Давай, неси, котенок. Шикарное, теплое, чистое море. Людей, кстати, вот стало поменьше. В этом году, наверное, сезон закончится раньше. Потому что, в принципе, не очень много людей. Только вот в основном дети из лагерей. Славусь принесла? Давай, мой птенчик. Давай. Так, 24 градуса, да? Нет, даже 23, наверное, с половиной, да. Молодец, все, иди купайся. Подождите, мне надо это. Давай, отнеси кухню. В общем, вот так вот. Море чистое, настроение у всех отличное, все купаются довольные, счастливы. Приезжайте вы в Анапу тоже. Кстати, будет погода отличная до середины сентября точно. И там и цены уже на квартиры, и на жилье, и на продукты все поменьше будет. Так что приезжайте, еще целый месяц курортного сезона точно обеспечен. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, если вам нравится наше видео. Пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.